Приветствую всех! Сегодня тест универсального измельчителя на 4 кВт 380 вольт. Измельчаем сегодня камыш, качан с зерном кукурузы и саму кукурузу. Сетка стоит 6 мм. Главное в измельчителе — это его универсальность. Вы можете на нем измельчать зерновые, стебли растений, сено, солому, люцерну, качаны, кукурузы и другие продукты растительного происхождения. Главное критерии, чтобы сырье было сухое. Тихая работа, минимум пыли, универсальность, большая производительность – главные критерии данной модели, а также возможность ее подключения на 220 вольт. Спасибо всем за просмотр, всем здоровья!